Наступивший июнь, по прогнозам синоптиков, будет примерно таким же, как и в предыдущие годы. Во всяком случае, ожидаемая средняя температура плюс 17 и 55 миллиметров осадков не особо отличается от многолетних значений. В самом начале месяца лето неохотно будет вступать в свои права. Днем всего около 20, а вот ночные температуры близки к отрицательным значениям. Тем, кто не успел высадить помидоры в грунт, возможно, стоит еще повременить. Также синоптики советуют держать под рукой зонты. Дожди ожидаются часто, вполне вероятны грозы. Настоящая жара наступит только после летнего солнцестояния. Ночные температуры в самом начале июня прогнозируются 0 плюс 5, и есть вероятность заморозков. Дневные температуры в первой декаде 18-23, в дальнейшем повышение до 22-27 во второй декаде. И в третьей декаде дневные температуры будут находиться в пределах 25-30 градусов.